идет прекрасно. Вернее, так сказать, жизнь прекрасная штука. Великолепно. И сейчас она улыбается мне. Ай, как хорошо, как хорошо. 2020 год. Но так было не всегда. 1983. Поверите вы, не поверите. А мне хотелось покончить жизнь самоубийством. Такие вещи как-то особо не говорят. Но тем не менее. 83-й год оказался таким. А это было практически 40 лет назад. Казалось бы, почему? И виной всему этому был геморрой. И вот когда мне написали, сейчас женщина, что вот у меня геморрой такой и сякой, и вдобавок еще свищ имеется, и можно ли избавиться без операции, я так, как геморройщик со стажем, начал все это так припоминать, что и как, своя эпопея. Я уже рассказывал, что обращался к врачу. Прекрасные свечи, все это джик-джик-джик-джик-джик-джик. Прошло там где-то за неделю от этих свеч. Думаю, вот это да! Вот это доктор! Вот это вот наука! Ну, через полмесяца, месяц, все повторилось. Я опять туда. Ну, короче, таких несколько походов сделал. Толку никакого. И вот этот геморройчик меня 40 лет назад, и так сказать, по-простецкому и дрючил. Геморрой, слово геморрой состоит из двух слов: кровь и течение. Течение заднего прохода. Но это, как геморройщик со стажем, я скажу, это не полная картина. То, что течет, да ладно, мы текло. Но дело в том, что оно же еще и болит. И когда там задавали армянскому радио вопрос, что такое геморрой, оно отвечало, вроде бы смешно. Но это очень не смешно, когда оно есть. У вас когда-нибудь болели зубы? Спросил армянское радио. Говорит, болели, так вот это жопа полная больных зубов. Вот это вот геморрой. А если еще туда добавляется свищ, то это вообще, не знаю как, уже одного слово на букву «Ж» маловато, чтобы выразить всю гамму, вот эту вот, всю полноту, что происходит с человеком. Шишки надулись. Стих и них там, так вот, пойдем немножечко. Шишки надулись. Да, уже они начинают там болеть. Далее. Вы идете в туалет. Шишки лопаются. Помимо того, что они уже воспалились и постоянно начинают болеть, они еще лопаются. Вот именно когда они лопаются во время испражнения, начинает идти кровь. Кровь пошла, потом там остановилась. Появляется рана, открытая рана. Рана, будем говорить, в таком месте, вокруг которого там или внутри которого кал. Этот кал так и норовит вызвать воспаление. И вот тут-то и начинается вот то, что сказали. У вас болели когда-нибудь зубы? Зубы, как они болят? Это прежде всего идет гнойный процесс. Процесс гнойный. Нарывает, болит, лопается. Вот то же самое там и начинается вот такая вот вещь. И эта вещь повторяется. Изо дня в день, из года в год.
Вы идете в туалет. Вроде бы там что-то самое. Вроде бы все там сначала как-то еще там подзажило, что-то там, как бы сказать, успокоилось. И вот новый стул. И после него все повторяется вновь. И все повторяется вновь. И когда это длится в течение лет, достаточно даже, знаете, месяцев так трех, чтобы человеку, как так сказать, уже дать понять, что ему уже тут и жить не хочется. Да? А если это длится годами, то вроде как затихло, то опять там такое, а то может и на это, на постоянку. Особенно, допустим, свищет. То он открылся, то он закрылся, то он нарывает, то он прорывает. Как в песне этого Утесова. Одна нарывает, другая прорывает, а третья у глубине болит. Ну вот такое вот. Вот это вроде бы со стороны кажется смешное, но человек, который это все испытал, ну, допустим, такой, как я сразу понимаю, другого человека. Вот, то есть это страшная вещь, которая через боль. Вот мы говорим, вот болезнь. А есть болезни болючие. Вот, допустим, какие-то болезни, они, ну, вот, протекают так, ну, боли не это, не ощущаешь. А есть те, которые болью тебя доканывают, они сигнализируют о своем присутствии в твоем организме постоянно. И даже когда ты там спишь, потому что и заснуть не можешь, в заднице там пылает такая боль. Вот, причем она всякая, острая какая-то. Такая, сякая, понимаете, вот в зависимости от этапа геморроя. Вот. И пройдя, допустим, ну вот как я, медицину, которая сказала, ну, мы вот тебе дали, вот видишь, хорошо, что, ну что-то тут не получается, значит, что-то там еще. Там то ли у тебя стул твердый, то ли у тебя еще что-то запоры, то ли у тебя еще что-то, то ли у тебя. Ну, короче, то ли. И вот ты тут начинаешь искать. И почему вот такое количество разнообразных методов пришлось изучить, чтобы более-менее для себя уяснить, как же с этой напастью, понимаете, напастью справиться. Вот смотрите, я начинал голодать. Отличная вещь, голодание. Снимает боли, значит, вызывает заживление, потому что ты не ходишь там в туалет. Далее, значит, вот заживление, снятие боли ведет к тому, что все как-то там раз и проходит. Но ты выходишь из голода, вроде все нормально. Там один, два, три стула, первые еще более-менее. А потом опять все что-то там лупается, трескается. И все пошло-поехало. И ты думаешь, вот как тогда не долечился, а тут думаешь, надо было побольше поголодать. И вот ты еще голодаешь, еще. И она тебе так дает знать, что все-таки это повторяется, что это не то. Это не то, что чтобы тебе надо было бы. Что-то там в организме такое возникло, что она поглубже сидит, какая-то причина. Ага, вот чисточка печени. Чисточка печени, помню. Сделала меня совершенно другим человеком. Все это только раз, как по мановению руки, прошло. Но тем не менее, потом тоже появилось не в таком виде, как было, но периодически, как говорится, накатывало.
что такое, как там. И вот, и оказывается, это мое мнение, я вам все мое мнение высказываю, как опытного геморройщика со стажем, многолетним стажем, десятилетиями. Значит, жесткость возникает. Возникает жесткость в районе поясницы, в районе вот этих всех, всех там нижней части тела. Жесткость возникает от сухости и холода. Сухость и холод вызывает, оказывается, вызывает тот же голод. Вот когда голод идет, там как-то нормализуется. А после, когда выходишь, вот эта сухость и голод, сухость и жесткость, они сразу же проявляются. Это же там на сыроедческом рационе появляется такое. Это при закаливании такое появляется. При слишком таких вот, я раньше любил бегать, при продолжительных таких вот на выносливость нагрузках, все это такое появляется. И что надо сделать? Надо эту часть, так как говорят, именно жизненный принцип ветра скапливается в области прямой кишки, где и возникает сухость, в результате чего слизистая истончается, и все это дело лопается, и там, короче, возникает. Надо это все дело умягчить. Синечка сидит. Умягчение как происходит? Смазываем поясницу оливковым маслом, а в анус вставляем свечку. Свечку примерно такой вот, с мизинчик. Из сливочного масла замораживаем. Сливочное масло вставляем. Вот, для того, чтобы это смягчилось. Стул становится мягче, лучше, не рвет, не раздирает то, что там вот эти вот эти ранки. И состояние становится намного-намного лучше. Начинается, наконец-таки, процесс выздоровления. Далее. А что делать, если свищ? То есть самое плохое, это когда в результате этого геморроя возникают трещины. Они могут быть даже и нет, и геморроя возникнуть. Просто жесткий там стул или еще там что-то там такое попалось в каловых массах. Например, вот у меня бывают семена тмина там. Раз, продерут этот участочек, и начинает там побаливать. Вот. Значит, что тут делать? Особенно вот свищ, когда начинается. Вот тут-то можно использовать турундочки с упаренной мочи. Это может покажется, я все говорю, вот смешным. Кто-то там слушает, думает, ё-моё, что там он плетет. Но вот если бы у этого человека было хотя бы то, что было у меня, он бы, говорит, вот все перепробовал. То есть у такого человека с геморроем он все перепробует. Все, лишь бы ему сказали, вот это вот поможет, вот это вот тебя вылечит, вот это вот. Он будет все делать, все. Как бы это омерзительно не было. Потому что болезнь и боль еще является более омерзительным. То, что он сделает для своего оздоровления, это надо хорошо запомнить и понять, а не хихикать, дабы не испытавши все это. Так вот, упаренную урину до 1/4, раз, я помню, хоп, и она пошла по этой трещине выжигать. То есть вот если имеется свищ, а как раз что там начинается под устройство, значит, прямой кишки такое, что сама кишка, далее идет такая ткань, окружающие ткани, они такие не мышцы, не то, не все, а потом там дальше что-то, мышцы и прочее. Так вот в этой ткани между стенкой прямой кишки
и вот той, что там дальше там будет находиться, вот эта ткань начинает загнаиваться, и возникает процесс, то есть свищ вот этот вот. Периодически он так воспаляется там, это я уже говорил. Так вот, надо его уничтожить. Что предлагает медицина? Наша доблестная медицина. И в некоторых случаях, надо сказать, что она и помогает. В некоторых. Не возражаю. Но бывают более сложные случаи. То есть она предлагает иссечь это. То есть иссекает вот эту вот загнившуюся ткань. Как бы пытается убрать, очистить. И думается, что все дальше заработает само собой, как надо, произойдет заживление, и все будет нормально. Но не во всех случаях это происходит. Ко мне приехал с Ростова на дому мужчина и поблагодарил. Мужчина такой, довольно-таки состоятельный, который три раза прошел через иссечение заднего прохода, свища, и толка никакого. И тут, он говорит, горошевое средство, которое просто требует тямы, это упаренная моча, сделало свое дело. Оно выжило, обеззаражило и создало условия для того, чтобы все это зажило. И он приехал ко мне, то есть с Ростова человеку приехать, для того, чтобы поблагодарить. А это бывает только в тех случаях, когда происходит что-то очень серьезное и значимое для человека. Так просто не ездит. Вот такие вот вещи. Значит, вот смотрите, что бы я сейчас с позиции того, что я знаю, делал бы. Не знаю, что там вы будете делать, а вот что я бы делал. Чтобы снять вот эту вот боль, воспаление, все это такое, я бы, конечно, немножко поголодал. При этом, это, допустим, двое, там, трое суток, при этом бы постоянно принимал теплые ванны, по пояс хотя бы, раза два-три, значит, делал вот эти вот свечи из сливочного масла, чтобы все это как-то умягчить. Вот, разобрался, что там, от чего он возникает. Вот иногда, знаете, будем говорить, ну вот у женщин там от родов натуживание там, у мужчин от натуживания может быть. Только раз лопнуло. И у некоторых само собой все проходит. А у других же вот этот процесс осложняется тем, что в трещину попадает содержимое, развивается вот эта вот болезнетворная микрофлора и начинает вот это вот там разъедать, то есть из маленькой там какой-то корябушки возникает довольно-таки большая ранка, которая начинает человека изводить. А если еще свищ, то там вообще кошмар будет. То есть он вытянет в конце концов всю жизнь через вот этот вот гной. Вот. И далее бы я вот после голода, так сказать, вот это сделал бы, успокоился так немножко. Потом бы из упаренной урины я бы сделал вот эти турундочки. Турундочка, ну как, ну хотя бы ватку вы смочили мне. Значит, моча должна быть упарена до 1/4, а именно берете 400 грамм, упариваете, и у вас остается 100 грамм. Вот это та жидкость, которая обладает сильнейшими ранозаживляющими вещами, свойствами, способностями. И заживлять, и в то же время там концентрируются соли, которые подавляют жизнедеятельность бактерий. То есть все вот это вот, знаете, отмирает разная ерунда. Плюс материал в той же моче для восстановления. И получается очень такая интересная жидкость,
о которой как-то мало кто, это самое понимает, знает, а лишь только хихикают, о, они еще и упаривают. Очень смешно, очень смешно. Вот. Далее, что вот, особенно там, запоры, не запоры, то есть образ жизни, к чему он вас как бы сказать, располагает, к запорам, там, значит, более активное, питание изменить. То есть приходится прибирать массу вещей для того, чтобы просто убрать эту вещь, как геморрой. Если это не сделать, а что-то одно, ну вот как я там, допустим, когда там лечился, свечи вставлял там или еще что-то, то ну, вот так вот. Некоторые делают операцию, некоторым это помогает. И нормально говорят, ой, я сделал, все хорошо, ты что там не делаешь, ходишь, болеешь там. А у других, несмотря на то, что им сделали операцию, все как было, так и есть, а то может и хуже стать. То есть это вот своеобразная лотерея. И особенно это касается тех, у кого уже есть свич. Вот тут надо в первую очередь его ликвидировать. И упаренная моча, это тут. Вот я знаю вот это вот. Может кто-то что-то еще знает. Я не буду говорить эффективно, но через что я прошел, то я и говорю. И вот так вот я подействовал. Успокоился, нормализовал, чтобы работа кишечника была нормальна. А для этого надо успокоиться. Причем успокоиться так, чтобы вы чувствовали, что вы стали совершенно другой личностью. Вы по-другому относитесь к разного рода, вот что тут возникает. То вас раздражает там ваши домочадцы, а то они уже перестают вас раздражать. Все как само собой нормально, смотрите там на них. Допустим, как на годовалого ребенка, вы же не будете его лупасить, потому что он не смыслит, а сделал какую-то бяку-каку. Вот так примерно это. И с геморроем будет покончено. То есть застой, убирается застой крови из прямо кишечных вен. Для этого должна быть ходьба. Для этого должно быть нормальное качество крови. Для этого должна быть нормальная пища. Некоторые даже помогает это подтягивание ануса. То есть берут анус, как бы сказать, раз, подтягивают. Раз по 50-100 в день. Мула банха. Подтягивание ануса, это вот когда вы вам хочется в туалет. А вы, значит, зажали задний проход так его, и удерживаете, чтобы вам, говорит, не наделать штаны. Так вот, вы периодически это повторяете. Произвольно. Это тоже своеобразная тренировка. Ну и в зависимости, опять-таки, от состояния вашего организма. То есть, если начинаются вот эти вот свищи-мещи, это говорит о том, что ваш организм уже переполнен гноеродной инфекцией, что она уже начинает сбрасываться в виде свища через задний проход. Значит, тут уже применяются и какие-то средства для уничтожения этой микрофлоры, нормализация. Хотя бы тот же самый тмин. Вот. Вот такие-то дела. Ну вот, по крайней мере, я вам рассказал про геморрой. Сейчас 2020, какой? 8 марта. Кстати, с 8 марта поздравляю. 8 марта 2020 года. Жизнь улыбается прекрасно. Я здоров, бодр, весел. И так сказать, по остальным параметрам все в норме. А вот что касается 1983 года, практически 40 лет назад, ситуация была такая, да и чуть дальше, 84-й где-то так вот, вот эти годы, что мне хотелось покинуть этот великолепнейший мир,
из-за того, что геморрой, который я сам нажил, отравил мне жизнь своими болями и, можно сказать, бесперспективностью дальнейшего, что дальше будет еще хуже. И вот тут, когда вы это все дело понимаете, вот сейчас, что это мелочи, надо просто-напросто образовать себя. Надо, помимо образования, дисциплинировать себя, чтобы все это, то, что вы узнали, применить. Надо еще подумать, пошевелить своими усами, как говорил мой знакомый, ныне покойный, царство ему небесное, Виталий Леопардович. Я его так называю. И жизнь развернется совсем по-другому. Совсем по-другому. Вот этим я с вами и хотел поделиться. Жизнь течет. Приходит новое, уходит старое. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести, пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.